В городе Ош второй год реализуется проект «Чистый двор». Он помогает поддерживать порядок во дворах многоэтажных домов. Уборкой улиц и дворов занимаются работники муниципального предприятия «Тазалык». Результат налицо. В последние годы город стал намного чище. Когда проект «Чистый двор» только запустили, он охватывал территорию 325 многоэтажных домов. На сегодня их число выросло почти вдвое. За каждым двором закреплена теперь работница муниципального предприятия «Тазалык». На каждую женщину приходится в среднем по 5-6 дворов. Работа нелегкая. Жильцы не всегда соблюдают чистоту. Мусор выбрасывают мимо контейнеров. Все это дворникам приходится убирать. На работу женщины в оранжевых безрукавках выходят с позаранку. Выходных и праздников нет. В таком же режиме работают и водители мусороуборочных машин. В рейс выезжают в 4 утра. Каждая машина в день делает по 8-9 рейсов. Техники недостаточно, да и большинство из них уже отработало все сроки. Но чтобы задержать город в чистоте, приходится эксплуатировать 50 единиц техники нещадно. Горожане оценивают работу муниципального предприятия «Тазалык» на хорошо. В контейнерах мусор не залеживается, улицы систематически подметаются и поливаются. За последние два года произошли большие изменения. Мусор вывозят своевременно. Хорошо бы, если и горожане не сорили, а выбрасывали мусор в специальные контейнеры и урны. Коммунальщики стали работать лучше, а население стало лучше платить. Теперь есть за что. И если три года назад в год удавалось собрать всего 3 миллиона сомов, то теперь уже 7 миллионов. Часть средств направляется на покупку новых мусорных контейнеров и урн. В этом году в городе планируют установить 1000 новых урн. Гульбара Кенджеева, Шаршенбек Шаймкулов, Общественный первый канал, Ош.